Здравствуйте, с вами Евгения. Сегодня буду готовить салат с курицей и черносливом. Для приготовления нам понадобится куриное филе, сыр, чернослив, яйца, чеснок и майонез. Отварное куриное филе нарежем мелкими кубиками. Вареные куриные яйца также нарежем небольшими кубиками. Твердый сыр натрем на крупной терке. Также добавим немного чеснока, натерев его на мелкой терке. Чернослив нужно хорошо промыть, а затем нарезать на несколько частей. Все ингредиенты соединяем в одной миске. Солим и перчим по вкусу, добавляем майонез и перемешиваем салат. Вот так получается простой, но очень вкусный оригинальный салат. Он идеально подойдет для новогоднего стола. Легкий, вкусный и сытный. Приятного аппетита! Попробуйте приготовить сами, у вас обязательно получится. Смотрите наши видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал о вкусе.ру. С вами была Евгения. Пока-пока!